Şekeri şeker, şekeri giden. Худжан хорошо, худжанцев я знаю все равно хорошо. Поэтому я радуюсь вашему празднику так же, как и своему празднику. И я хочу вам сказать, я могу сопровождать вас везде, и на дискотеке могу, и на свадьбе могу. Ну, иногда, когда скучно, про лирику тоже могу. Но хочу вам сказать, не выбирают родителей. И не выбирает родину. Она такая, какая она и есть. Если вы здесь родились, ким сандеса, ман, хочантлима, ман, тоджикман, лишкерек. По всему миру 17 лет мои прошли. И я вам хочу сказать, когда у меня всегда спрашивают, where you from? Я узбечка, я с Узбекистана. Я капля вот этого моря и показываю на сторону Узбекистана. И никогда не проиграла. Поверьте мне, родину надо не просто ее любить и сидеть, ждать чего-то, кто-то что-то даст. Для родины каждый из нас должен вкладывать и душу, и труд, самое главное. А финансы потихонечку найдутся. Финансы тоже мы делаем с вами, а не финансы нас делают. Это вот самая такая черта наша. И не думайте, что я просто говорю красиво. Домой придете, я с табашкой, и подумайте, что я сказала. И вот тогда... И хочу сказать, вы как никто в Средней Азии знаете, что такое война, что такое мир,
И как вы цените мир, наверное, редко кто ценит, потому что все только говорят, а кто не попробовал вкус войны, он никогда не почувствует вкус тишины или мира. Поэтому я желаю вам всем счастья. Гайрат деймизу, гайрат, да? Гайрат таркетмасын. Бізі кім обарады мазарге? Шо түртті тажик өзбек обарады. Ушан чу Россияда... Это так оно и есть. Поэтому, когда выходишь из своего кишлака, не забывай, что она ушалар сана тавыт кашин. Эстан чыкмасын. Чунки кытка барсы галстукты такамыз. Нет, я крутой, я другой. Нет, мы такие же, как и вы. Аллах айтады, ер бетке дейді бетені, ерге қанчы көп үш қаласай, ман саны шынча азиз қылыман дейді. Нет, мы хотим летать. Храни вас Аллах. Аллах панахыда болейлі. Хеч качан осман елер чангемасын, бізге ем чангемасын. Тынчлик хатыржамлигіна Аллах хеч качан көп көрмасын. Мана шы юрт, юрт башы. Mana shu davlat arboblariga insof bersin. Hamma sizlar uchun mana shunaqa har kuni bayramlar qilib bersin. Hammalar sog' bo'lib. Да-да, конечно, и мой низкий поклон. Не только перед вами, и для организаторов тоже я хочу поклониться, сказать спасибо, Рахмат и Калам, что вы нам сегодня такую встречу устроили. У народа сегодня праздник. Ички бью не бормеды, дискотеки не бормасен, шашлиги, кучили грамос. Только дай ей ортональность. Я понимаю, от уважения посадили вот наших старших. Я не буду говорить пенсионеров, нет, вы не пенсионеры. Вы старшие. Вы такие же, как и мы. У вас тоже сердце горит, но у вас ноги болят. Эй-йо! Эй-йо!